Дорогие друзья, а сейчас с нами на прямой связи Илья Сергеевич. Вы знаете, он находится в раздевалке, где готовятся наши спортсмены. И давайте посмотрим, как там все происходит. Здравствуйте, дорогие друзья. Слышно меня? Отлично видно. В эфире я люблю говорить Ярополк Телевижн. И вы знаете, в принципе, в Ярополке мы по большей части учим не только спорту, но и творчеству. Вот, и стараемся это сделать на наших мероприятиях. Поэтому давайте сейчас посмотрим, пройдемся, посмотрим, как спортсмены, ну не только клуба Ярополк, естественно, спортсмены сборной России, сборной Московской области разминаются и готовятся к поединкам. Пойдем. Так, разминка. Опа. А это что такое? У тебя же бой скоро. Какой бой? У меня свидание. С главным судьей, что ли? Извините, я опаздываю. Нормально так. Понятно. Понятно, ушла. Ладно, ладно, посмотрим. Так, дорогие друзья, а вот у нас раздевалка главного поединка. Вчера он достаточно добавил энергетики у нас на взвешивание. Это Кадымов Джалал. Посмотрим, что он делает. Джалал, я, конечно, понимаю, что ну, кавказская кухня, кавказское приветствие, оно дает о себе знать. Давай я после боя, если неважно, проиграешь ты. Покушаем, а потом пойдешь. Да. Ну ладно, нет, все-таки в следующий раз. Важнее все-таки бой. Так, посмотрим, опа. Как я назову вас одним словом это? А, чистокровные, просто чистокровные. Да, вы чистокровные, молодцы. Так, а здесь у нас раздевалка спортивно-патриотического клуба «Ярополк». Опа, Иван Сергеевич, любитель в шахматах. И что же вы делаете? Пытаюсь ходить, но пока что не очень получается. Так вот, конем ходите. В смысле конем? Мне Жора сказал, что нельзя. Жора, хватит тренера дуть. Ладья может так ходить, он тебя обманывает. Все. Мне вчера Казымова хватило, стоять. Так, ладно, все, я накажу. Пойдем дальше. И вот еще одна из раздевалок. Это у нас Чомский Алексей. Алексей проиграл. Ну, посмотрим, как он грустит или не грустит. Ты здесь делаешь? Расслабляюсь после боя. Так это ДК Подмосковье здесь. Какая баня? Ну, вот так вот. Если проиграл, улыбайся. Если выиграл, будь серьезным. Ну да, тоже хорошо. Итак, дорогие друзья, это рукопашники. Занимайтесь рукопашным боем, вы будете талантливы во всем. Александр, вам слово. Все, мы вышли с кадра.